Let me know if you really miss me, cause I need to hear these words from you. I think about when we were together, baby. So kiss me and say you think about it too. You think about it, yeah. Oh girl, you think about it. Come and kiss me, come and kiss me. Oh, oh, yeah. You think about it too. Come on, Elijah. The way you smile makes me crazy. Your flavor turns me upside down. I wish to meet you every day, baby. So let me know if you are in my time. Don't leave this town. Let me know if you do stay. Please stay. Stay. Don't go away. Don't go, baby. I wanna see you every day. Go. We were on the same way when I saw last time. It was new way of rhyming. Hey. And hope that spark didn't go out. Be sure about it. Now, damn, baby. Ask me if I'm alright and I'll be fine. You'll be fine, baby. Oh, I'll be the happiest man there is, no doubt. Oh, no doubt. Yo. Я так вообще классно исполнял вот сейчас. Мне так понравилось это сердцебиение. Прям вообще красавец. Называется «Всем сердцем поет». Поет всем сердцем. Всем нутром. Поет всеми клапанами. Вот. Ну, у вас прям вот все, по-моему, органы задействованы. И сосуды в том числе, да. И сосуды, капилляры. Все-все-все, да? Даже глазные белки. Глазные белки. Есть такие? Давайте, давайте, конечно. Кидайте. Рушьте все, что уж там. Что хотела? А, вот, вы говорили, вот в Казани сидели, в подъезде. Как вы думаете, вот сейчас вот музыка будущего, если это, да? Вот молодежь, которая там растет, там на Викторе Цое, да, вот это в подъездах там сидят, поют. Разве это плохо? Вот, они вот, представляете, сейчас вот мне кажется, так же в подъездах сидят и там... Так и делают. Да? Мне кажется, сейчас уже только все, ленивый гитар... не занимается битбоксом, но даже ленивый пару раз. Занимался. Слушай, а вот битбоксом заниматься, это вот специально какие-то школы есть или что? Вот твои вот советы. Ну вот недавно совсем начали появляться различные школы, которые обучают этому делу. А в основном, вот уже молодежь моего старичковского возраста, я сказал так, как старик. Мне 20 лет, и к моему возрасту уже люди начали организовывать свои битбокс-школы. То есть... А сами они обучались этому сами. Сами, сидя в тех же подъездах. В подъездах. Перепевает Цоя с пацанами, с гитарами. Так
белый снег. В кармане. Хорошо, а ты, Илья, как думаешь, будешь преподавать в таких же школах? Хорошая фраза. Если есть в кармане. Будет ли школа джукбокса такая? Школа джукбокса. Не стоит путать понятия битбокс и джукбокс. Ну, может быть, нет, там и ты, у тебя свой класс, у Володи свой класс. Школа битбокса имени имени джукбокса. Трудового знамени группы джукбокс. Ну, конечно, будет. Она уже есть. Я думаю, да. На всякий случай, чтобы идеи не сперли, я сказал, что мы уже все приготовили. Хорошо. Все, уже авторские права, уже все защитили, уже все, школа уже есть. Уже строится, фундамент уже положили. Опубликовать. Цемент уже есть. Да. Все, видите, круто. Хорошо, там, конечно, есть еще этот факультатив по математике. То есть обязательно. Исключительно ради денег. Не, а обязательный предмет там какой будет самый главный? Математика. Математика, да? Математика, я посчитал знания. До 4, до 5, до 3. 2×2 знать надо тоже. И уметь складывать 3 плюс 4, 7 минус 2, 3 плюс 5. То есть все это уметь складывать. Даже 7 минус 2 надо знать. Это просто, объясню, это были размеры. То есть... Размер, в общем, те, битбокса, кто музыканты, они поймут. Какие-то. А те, кто не музыканты, они откроют справочник по музыкальной грамоте и все выяснят. Не, а те, кто не музыканты, они просто не поступят в эту школу. Там же будут вступительные экзамены какие-то. Вступительные экзамены? Да, да, конечно. То есть изобразить бочку. Да. Илья, изобрази бочку. Ассоциация. Грамм ассоциации. Изобрази рабочий. Изобрази хэт. Изобрази чайник. Круто, молодцы. Хорошо, давайте дальше. Давайте, что? Петь. Что у нас? Следующая песня будет. Следующая песня будет наша. Да, а называется она? Она называется Starzaclosers. Starzaclosers. А расскажите, а что это за песня такая? Песня эта была написана буквально за одну ночь. Совершенно недавно, ее еще нет в свежем альбоме, она вот только-только. О, то есть она нигде ход. Мы даже... ее еще опробуем на публике. О, класс. Давайте-ка вот. На нас опробуйте, мы любим. И была написана под влиянием после концерта U2. Вот. Что-то было, влияние было очень вдохновил высокое. Так концерт. Да, U2 состояли с палками над нами и говорили, пишите. Хорошо, давайте послушаем. Послушаем. Fly with me, the Pokemon.
closer than you think. This for you, that one for me. When you're all alone and sinking, close your eyes and just... Супер! Супер, очень красивая песня. Слушайте, а вы... У вас в кино опыт есть-то? В кино? Да. Ну, вот только на таких эфирах, конечно, есть. Это разве не кино? Не, ну вся жизнь кино, конечно. Про кино... А в кино у нас есть один такой очень хороший опыт. Мы участвовали в озвучке фильма. Ого. Для 20 века «Фокс». Был такой полнометражный... Полнометражный анимационный мультик «Элвин и Бурундуки». А, мультик это... Вот. Ну, нет, это фильм с элементами компьютерной графики, там мультяшные бурундуки, они... А, ну герой там настоящий этот был? Ну, да, Элвин. Конечно. А бурундуки вот эти... Элвин это один из бурундуков. А, да? Да. А подожди, Элвин и бурундуки. Элвин это главный бурундук. Элвин это главный, а остальные, ну это как... То есть он главный бурундук. Это как Коля и люди. Да, Коля и люди с ним. Хороший смысл. Это как Валера и джукбокс. Или Максим и компания. Маша и тёлки. Воля и Паша. Воля и Паша? Подожди, Воля и Паша? Паша и Воля. Паша и Воля. Паша и Воля. Делириум. Хорошо. Значит, подожди, а что вы озвучивали там? Ну, где-то... Мы озвучивали... Объясню сначала. Ребята, давай. Вот эти вот бурундучки, они начинают с того, что поют на дереве. Их замечает какой-то продюсер и начинает раскручивать. И они становятся суперзвездами. Они там... И на протяжении всего фильма они поют песни. Русские прокатчики решили, что... Надо перевести. Наш народ не поймет по-английски, что они там поют, и решили сделать... Хорошо, что так перевод. Про Битлз-то русские прокачки не подумали. И про Дорс. Решили не переводить. Вот. И ситуация такая. Нам звонят, говорят, ребят, приедьте, тут интересная задача есть. Надо озвучить фильм. Вот. Мы приезжаем... И они буквально делают то же самое, что и мы. То есть на экране. Эти самые бурундуки. Один битбоксер. Ничего и себе. Двое вокалистов. То есть, ну там, образно, как вот такие вот вокалисты. И как они попали? Ребят, говорит, вы знаете, чем мы занимаемся? Прокачки, говорит, нет, мы, говорит, не знали. Мы нам просто сказали, что вы неплохо поете и можете озвучить. Ничего себе. Но они не знали, что мы занимаемся тем же самым. А можете как-нибудь спеть, да, хотя примерно? One, two, three, four. Ooh to the e, the ooh, the ah, ah, to the ding, to the tang, the walla, walla, bang, bang. Ooh to the e, the ooh, the ah, ah, ding, tang, walla, walla, bang, bang. Ну, слушай, вообще класс. Это бурундучки так пели, да? Это просто одна из песен. Это вы такими глазами пели? Только мы это записывали в два раза медленнее, то есть примерно так. Ooh to the e, the ooh, the ah, ah, to the ten, the walla, walla, bang, bang. Ooh to the e, the ooh, the... Да, все это потом ускорялось. Да, два раза, и получалось. Слушайте, прикольно. Ну вообще как, ну вот озвучка, это прикольный же опыт такой, да? Интересно. Да, это три дня по 11 часов. Нам сказали, что халтурка была работа. Такая серьезная, почерпнули, да? Для себя много часов. Всего интересного для дальнейшей студийной нашей записи. Ну, хотелось бы написать бурундуков. Такой прям полноценный какой-нибудь саундтрек. Полноценный саундтрек? Да. Да. У нас поступали несколько предложений, но мы отказались, потому что фильмы были говно. А какой, какие бы вы фильмы хотели? А? Вот я бы хотел, например, лично озвучить, то есть «Кошмар на улице Вязов 8». Если бы такой вышел, это было бы круто. А 7 уже вышел, да? Да. У меня лично есть мечта. Давно уже. У меня есть мечта, я хочу написать один из саундтреков к Джеймсу Бонду. Ого. Такой вот, знаете, главная песня. Сначала Джеймс Бонд разносит полгорода, а потом идет мега-заставка с гиперкомпьютерной графикой, и под нее там поет или Тина Тернер, там, или вот White Stripes в этот раз Али Шики. Джеймс Бонд, бумер. Джеймс Бонд бумер. Лишь бы не умер. Лишь бы не умер. О, уже и слоган к фильму появился. Джеймс Бонд бумер. Лишь бы не умер. Ты живешь только дважды.
Хорошо, Кирилл, а у тебя какой-то был фильм? Да я не смотрю кино. Не смотришь кино? Нет, я в детстве смотрел мультфильмы. Вот мультик какой тогда, мультфильм какой бы это был? Ну, не знаю. Не знаю. Ну, «Бурундучки» тебе понравились? Конечно, говно на самом деле. Так нормально. Так, что мы поем? Что мы поем? Мы поем что-то из нашего. Наше? Собственно, сочинение. Давай, «My Apologies». Слушай, Илюшка, а давай ты попоешь. Давай я попою. Есть у нас песня, написанная 7-го вдоль 7-го. Да ладно. Да, правда. То есть песня была написана именно тогда. В Казани был жуткий дождь, переворачивал тракторы и леса. Леса переворачивал? Строительные, не строительные, леса, просто грунт, леса. Холмы. Да. Писал песню. Да, баш Симбики. Вокруг такой раз гром, Армагеддон полный, летят такие, отрываются крыши домов, там переворачиваются деревья. И сидит такой Илья и пишет песню.